сердце так нежданно, любовью сердце озарив мне. Наверное, это не случайно, в лину сплелись две половины. Ты и я, как инь и янь, неразделимыми стали. Не вздумай говорить прощай, мы встретимся над облаками. Я была влюблена, я была не я, это моя вина, любовь не меняемая. Я была влюблена, это была не я, это моя вина, любовь не меняемая. Но я была влюблена. Справедливо, ты хочешь жить, а небо хочет тебя забрать. Невыносимо дышать, я не хочу тебя терять. Но ты ушел из моей жизни навсегда, а я кричу, останови меня. Евгения Сафина. Ну что ж ты делаешь, Женечка? Эльбрус. Ты настолько энергичная. Ты влюблена? Была. 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 Была влюблена. А что случилось, если не секрет? Вот нам надо вот эти начинается курс психологии. Если не секрет, если секрет, то я продолжу дальше. Да нет, просто. Не секрет, но как у всех девочек бывает, любовь, она проходит. У тебя проходит прошла? Любовь. Ну да. Не чувствуется, что она у тебя прошла. Я тебе вот об этом и хотел сказать. Любовь, она чувствуется в тебе. Ты ее сохранила в себе, и ты нам сегодня ее показала. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Женька. Спасибо за любовь. Радик. Хорошо, конечно, когда девушка дерзкая, да? Но скромность украшает. Когда вы скромная, когда вы не дерзкая, это прямо вот 100% попадалово. Однозначно. И по исполнению, по вокалу мне тоже нравится. И просто хочу пожелать вам удачи, чтобы все было хорошо у вас. Так, спасибо, Радик. Я чувствую, что Лина Арифуллина готовит диаметрально противоположную точку зрения. Лина? Дело все в том, что скромность украшает человека, если нет других качеств. Я считаю, что у нашей исполнительницы качеств огромное количество. Она артистка. И артистке быть скромной, наверное, это странно. Ну, так, в меру хотя бы. Нету иногда. Меры. Либо скромная, либо нескромная. Жень, вот наблюдая очень, я вообще люблю наблюдать в развитии, да. Хочу тебе сказать, что вообще в нашем шоу-бизнесе, в российском, так сказать, национальных, нет такого образа, как дива. Это очень редкий жанр. Все какие-то такие, с какими-то ярлычками другими. А вот дивы, как Селин Дион, как... Назифа Кадырова, что далеко ходить-то? Вот у меня ощущение такое, что ты прям такая дива. Знаешь, это когда вот уже... Ну, это жанр, и вот это вот визуально, как ты выглядишь, это очень редко. А сегодня я почему-то в тебе очень четко и устойчиво увидела диву. Это редкая история. Дивы, как правило, поют сильные песни, песни-легенды, которые переворачивают мир, сознание. И я так рада, что ты вот с самого начала с какой-то такой... Что-то непонятное. Сейчас ты такая мощная, ты такая сильная. Появятся краски, появятся еще нюансы, но твоя вот эта энергетика, она, конечно, бешеная и безумно красивая. Поэтому да здравствует дива. Да здравствует дива.
Я даже не знаю, что сказать. Жень, спасибо большое. Ничего не говори. Ты дива, я дева, все нормально, сработаемся, как говорится. Так. Гульнас, минің тендерім зімбірлеп кетті. Хедігі білмейм, зімбірлені ме? Йоқ, бір немелі зімбірдемелі. Безусловно, фирмач обладает прям, владеет голосом прям невероятно. Но этого недостаточно. У меня не было мурашек, если простыми словами сказать. Я забрал их на себя, Гульнас. Возможно. Мурашек не было? Не было. А вот после выступления дуэта «Портянка» и «Амурус» там были мурашки, я представляю. Ну, там были, да. Там, конечно. Ну, а то. Конечно. Я подкачаюсь. Рахмат. Не надо. Риф, не надо. Риф, в каком месте нужно подкачаться? Евгений, рахмат. Ерынды хатта түшіріп алдым телефоныма. Снапта студиялай алдырхан. Менен хэр вағыт тыңлайсақман. Иш кетмелер лайхан. Оқшаным. Рахмат, шынды яқташым болғанға. Ярай. Я с ним соглашусь. Меня шлайд булаем. Женя, ну по традиции, Дима! Что мы там с тобой делаем-то в конце этого выступления? Спасибо. Если вы не знали, кому была посвящена эта песня, Эльбрус, теперь вы знаете. Друзья, Эльнур, встречай Женьку. Она такой заводной апельсин у нас сегодня. Это моя вина! Мандаринка наша! Тихошечка. Вот видишь, мурашки пошли. Ты просто сказал одно слово, у меня пошли мурашки. Ну это хорошо. Да. У Асаева не пошли. Как ты думаешь, почему у нее мурашек не было? Ну я же ей сказала, я подкачаюсь до размеров портянка. Сейчас Василий даст тебе мастер-класс, все нормально будет. Ух, такие страсти, я не могу. Это просто... Твой псевдоним... Я Женя. Ну да. По-башкирски как это будет? Я Женя. Нет. Я переводится как слово мин. Давай попробуем. А, мин Женя. Мин Женя. Я райбетня унштартлейбет. Барала хиненькилипсыга. Образ просто шикарный. Все. Бомба, да, ребята? Спасибо.